Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Йоу, я как всегда позже всех освоил новую функцию Инстаграма, но если кто-то что-то давно хотел спросить, а я постоянно его игнорировал в трансляциях, вот сейчас самое время. Или напишите просто, как ваше лето проходит. Судить Versus очень понравилось, потому что можно там подумать денечек, потом батл пересмотреть, какие-то аргументы выдумать. Ну вообще новая система круче, чем то, что было до этого, когда судили, ну вы помните кто. Завтра, кстати, охуенный батл выйдет. Да, это шоу, которое я придумал. Мы сняли два выпуска, получилась полная параша, и сейчас оно будет немножко в другом виде переделываться. Я принимаю участие некоторое в создании, но в кадре меня уже не будет. Обещает, да. Пиздит, походу. Ну кто-то же должен это делать. Нет, не смотрел, я вообще узнал о существовании этого сериала, только когда уже загуглил флешфорвард. А еще вчера, когда мы выбирали хэштег для конкурса, кстати, конкурс в группе ВК, я узнал, что и «Второе солнце» тоже есть такой сериал, бразильский, охуенно теперь смотрю. На бите я убираю негров, но я белый, 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 белый. Хочу себе девушку селебу, типа Кэти Перри, Хелли Берри, Джесси Джей. Бегу к цели, будто бэт копов, иду к цели, 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 цели. Я запрыгиваю в свою тачку, это немец, немец, веришь мне или не веришь, бой? Пока что ни с кем, кроме своих ребят, не планирую фиты. Ну, может быть, будет на эпихе один. А может и не будет, посмотрим, жизнь такая штука. Хуй угадаешь, да? Завтра. Да потому что я долбоёб ёбаный, как можно было до сих пор не понять? Это ответ на все вопросы касательно того, Ген, а почему ты не... Дальше вставь что угодно. Да, все, передумал. Нахуй флешфорвард, в этом месяце альбом с Бастой, Баста Рекев, ждите. Вся инфа по концерту в ссылке профиля. Йоу, в сентябре тур, не забывайте покупать билеты. Ну, естественно, блять, у меня разрядился телефон. Короче, всем спасибо, кто задавал вопросы. Может быть, иногда будем делать такую тему. Когда альбом, хуй его знает, EP, Flash Forward, а несколько треков в этом месяце, йоу!